вас тоже. Не знаю, тогда посмотрим. Айзомби 66, большое спасибо за подписку. Большое спасибо, что смотришь. И не убивай, пожалуйста, меня сейчас в данный момент, потому что я играю за человека. Ребят, там Айзомби 66 хочет с нами сыграть. Дандер приглашает. 66. Не вопрос. Так, секунду. Ссылочка добавляется человек. Добавляйся вот сюда по ссылочке, которая сейчас появится в чатике. О. Она о, это первая уже. Часть. Здесь наоборот задержка, а не раньше. Тогда я задержка. Буду. Задержка. Я хочу за людей теперь поиграть. Наконец-то. Я за черного парня буду играть. Я Эрнест Хемингуэй. Я буду играть за байкера. Спасибо за хорошего персонажа. Спасибо, ребят. Ну это я тебе место освободил, поэтому ты будешь тем, кем я хотел. Так. Байки, сиськи, рок-н-ролл! Энд Итер — это Айзомби, я так понимаю? Нет, не факт. Потому что он мне добавился в самом начале стрима. А. Ну это кто-то из подписчиков, я правильно понял? Ай, еще два человека надо. Сколько ты, мы наверное, уже... Артём, мы уже час играем, да? Да. Мы час проходили одну кампанию, ну, как проходили. Так и не прошли. Не, ну мы как бы знакомились с игрой. По крайней мере, я в нее не играл, я ничего не знаю. Айзомби в стиме очень оригинальный ник. Айзомби. Слушай, может, ты что-то перепутал? Может, это не он? А кто ко мне может? Это была следующая игра в план. Где ты видел, чтобы человек в играх использовал тот же никнейм, что и просто в интернете? Правда. Я пойду страничку посмотрю, а то у меня что-то 63-й уровень. Это сказал человек с никнеймом Даркнелор, у которого персонаж Даркнелор. У меня с паролем то же самое. Отлично, Айзомби, добро пожаловать. Сейчас поваливаю. Вообще, народ, на игры с подписчиками выбираются разные игры по той причине, что у разных подписчиков разные игры имеются, чтобы можно было поиграть с разными людьми. Так что вы не обижайтесь на эту тему. У Айзомби из 60-70 ачивок, 70 ачивок, и на игры на часов, слышите в эту цифру, 2369. Я промолчу. Часов. У меня в Warframe рекорд 300 в этой игре, в этом в Steam вообще. Так, ну, ребят, мы все добавились, чё? Сейчас мой человек, который в Counter-Strike 1.6 наиграл 2000 часов. Мы все готовы? 2-1. Начинаем игру? Да, да. У меня тут что ли рекорд получается? 3300 в доте. Артём, что у нас следующим планом? С чего? Следующая игра какая? Ага. Ну я предполагаю, что Quake Live попробуем. Да, наверное. Он бесплатный. Это Quake, это мощно. Чё не? Ну, ладно, я не умею играть, но ладно, я готов, я за компанию. Блин, я в Left 4 Dead 2 не умею играть, и чё? Всё равно весело. Снайпер, там не надо, там нужно просто постоянно жать пробел и вертеться на 360 градусов раз в секунду. Понимаешь, я просто... Понимаешь, я пытался играть, но поэтому я и говорю, что я не умею. Вот смотри, как уже объяснили, просто прыгаешь, крутишься на 360 раз в секунду и каждые, наверное, полсекунды стреляешь, всё. Стреляешь из чего? Хочешь что найдешь, из того и стреляй. И все, и так обычно профессионалы играют. Так кажется. Блин, это все, что я смотрю на стриме, картинка на стриме качественнее, чем у меня на экране. Я не понимаю, в чем прикол. Так, может быть, у тебя резолюция не очень? Резолюция. Слово-то какое страшное. Вы подписали резолюцию. Ваша резолюция не очень. Резолюциона. У меня одного загрузка что-то остановилась. Да, у меня тоже у одного остановилась загрузка. Игроки сейчас подключатся. У нас у всех у одних остановились загрузки. Резолюция — это решение, принятое должностным лицом. Вот. Ваша резолюция не очень. У вас не очень резолюция. Когда у меня игра лагает, я меняю резолюцию. АМС, я поиграл за курильщика в этой игре. Просто. Ребят, что-то еще... фигня какая-то. Кто сломал игру? Ждем, пока загрузится всем. Я ломал игру. Ты ломал игру. Я не ломал. Может, у кого-то она не загрузилась. Игра это, давай, не давай. Игроки же они сначала подключаются. Ты игра, давай, не давай. Да, давай, не давай. Не но давай, но давай. Кто-нибудь не подсоединился еще. Давай. Да, Эдро, у меня отнял все одно парня. Я ломал игру.
Я ломал игру. Была там еще какая-то... На гитаре, зачем ты это сделал? Стоит. Да так, скучно было. Причем так на мульти-твич заходишь на стрим. У одного загрузка, у второго загрузка. У одного чата, у второго. О, дизлайк, отписка. О, дизлайк, загрузка. Что стримим, загрузку? Как в том случае, когда там кто-то из известных блогеров стримил установку GTA 5, и в конце выбило ключ. Да. И ключ прямо подписчики увели. Дантер, у меня есть подозрение, что тебе, наверное, стоит игру перезапустить. Да, и по новой создать. Да, и по новой создай, потому что это... Что, включаем тогда? Вот, да пока... Да нет, он отключится, мы вылетим. Ну да. А, мы вылетим. Да, мы должны, по идее. Когда хвост... И загрузка завершилась, когда я нажал закрыть. Замечательно. У нас... Не. Просто кто-то становится... Хвост становится другим игроком, и все. А. Обычно сейчас так. По вам зайду. Я не знаю, как в Left 4 Dead, но, по крайней мере, в других вейловских играх так. Ну и здесь, по-моему, так же. Это ж не Warcraft 3, где хост... А, нет, не Warcraft 3. Было бы классно. Warcraft 3. Во, кстати, классно. Warcraft 3. Warcraft 3. Вылетает. Да. Warcraft 3 хорошая идея. Warcraft 3, где хост вылетает, и все. Так, присоединиться. Не, а на самом деле, третий Warcraft, как кастомные карты, это довольно-таки интересное разнообразие в плане игр. А, у вас все еще загрузка, да? Ну да, Dota первая. Не только. Как консоль? Тролли, эльфы, еще дофига всего. Варлоки. Тролли, эльфы, это... Да, или варлоки. Вот, кстати, варлоки ни разу не... Так, ребят, это уже не смешно. Я перезашел уже. Так, а помню, у меня даже... Я просто перезашел в игру и присоединился к вам в игру. Обратно. Так, походу, у меня все висит, сейчас игра закроется внезапно. Да, паникуйте, народ, игра закрылась. Никаких паник в чате. Так. Ой, ужас. Снова меня добавьте, пожалуйста. Да, и меня тоже. Сейчас я пересоздам и всех добавлю. Обратно. А давайте реализм компанию. Сейчас пока черный экран, вы не волнуйтесь, народ, все в порядке. Сейчас вернемся. Реализм там что изменится? Не сказал, а у меня не черный экран на стриме. Вы не можете видеть друг друга, но они видят вас. Так написано в главном меню. Да-да, но так и есть, типа, ты не видишь сквозь стены своих товарищей. И всего лишь? Так. Ну, да, по-моему. Так, Артём вышел из игры, Дайдра вышел из игры. Было бы классно поиграть в Don't Starve Together, но она стоит 350 рублей. Что это? И она, по-моему, на двоих. Она не на двоих, там больше. Там... Так, я снова в игре. Ну, там не хоть сколько, человек 8 можно, по-моему. Ой, надо забрать черного парня быстрее. Луис. Чтобы потом кому-нибудь его отдать, да? Что за расизм? Так, Дантер, чё, где? Давай, приглашай в игру. Уже пригласил, уже пригласил. А где? Оверлей стимовский. А вот подсёк подключение к игре. Так, выбор персонажа. Я буду Билл. Чтобы я всех убил. Так, у меня сообщение вышло. Left 4 Dead 2 вышло из беты. Что вообще? Так, Дедра. Что еще у нас в игре? Ну отлично, у нас потихоньку народ собирается. Сейчас опять повисим немного. Зомби. А пока давайте пообсуждаем что-нибудь интересное. У меня не в друзьях, он по вам. Что-нибудь интересное? Да. Он наш БВО теперь. Иллюминати в чате, вот что интересно. Конферм. Хватит шутить про иллюминатов. Это вот вообще тема очень-очень плохая. Нельзя шутить про иллюминатов. Как и упоминать Кэндл Джека, конечно. Нельзя шутить про иллюминатов, мне это не нравится. Кстати, а... Нам. Хоть кто-нибудь помнит хоть одну игру про иллюминатов? Deus Ex. Deus Ex про иллюминатов? Да, конечно. Да. Да, кстати. Да? Deus Ex про иллюминатов? Вообще там сюжет снова с Нейтом. Где взяли мне все, все за спойлерили. Стоп, отмените галочки, что за дело? Да, кстати. Ой. Забыл предупредить спойлеры. Просто все за спойлерили мне. Excuse me, spoilers alert. Да. Do you speak Deutschland? Sprechen? Только начал проходить. Nein? Дошел до момента, где ты находишь...
вот этих наемников и начинаешь кого-то бугая бить. Я не понял, кого не хватает. Нет, Барретт, что ли? Ант-Итера, по-моему, да, наверное, не хватало. Так, ну ладно. Ладно, будет. Я просто недавно поиграл Area 51, там тоже на иллюминатах все основывается. Народ, старайтесь избегать большого количества капса в своих сообщениях. А то иначе злой меченосец придет и забанит. И скажет, что все, все придем. Все придем. Будет куда проще, чем переться пешком. Логично. Зашибись, я мужик. Я беру гитару. О, зашибись, я мужик. Где гитара? Вот она. Дай, вот, окей. Дай мне, я ж байкер, типа. Как мне тебе ее передать? Возьми другое оружие. Так. Чё ты ржёшь-то? Ближнее оружие именно. Вот катана лежит, возьми ее. Зачем ближнее-то? Ну, я вон шотган взял. Ну, чтоб твоя гитара выбросилась, я смог взять ее. Ну вот. Рок-н-ролл, детка! Рок-н-ролл! Второй пистолет надо подобрать. У меня гитара, мне не надо. Так, давай, пош... Иди сюда! Там громил ворвался. Да ё-моё! Я всех гитарой громить буду. Откуда же вы вообще меня увидели? Чё? Чё? Да, все удалили? Наверное, ребят, вы о чем? Что мы все удалили? Там комментарии мужика удалили, видимо, бот. Ребят, я тут гитарой отбиваю, сидите сюда, пожалуйста. Там Жакей за тобой. А, и громила тоже. По-македонски. С одной руки. Да, гитара по-македонски. Две гитары. Не, два пистолета. О. Мистер Донтер. Зомби мясо два Bring ствола. Bring me a dream. Меня поймали, ребят, поймали. Там. Кто у меня в команде-то? И это все в исполнении Blind Guardian. Да, Эдра, снайпер. Пойдемте, короче, куда хочу, туда и стреляю. Горшки тут с цветами, понимаете ли, развели. Они зомби. Приходит такой толстяк, это мои цветы. Ребят, почему опять у нас один человек находится вообще где-то неизвестном на... в неизвестной точке? Все, сила рок-н-ролла нас. Во имя рок-н-ролла! Ты чё гитару выронил? Я не выронил, она у меня. Ты сломал гитару. Я не... Это на лицполе, его хрен сломаешь. На самом-то деле. Я опять Джекей скушал. Смотри, кушай. Ой, блин! Дайдер выпал. Смотри, кого гитарой бьёшь. Я вообще на старте. Ребят, меня курят. А зачем ты там? Где, кто курит? Вот там, он, наверху. Ой, здравствуйте! А, меня ой, здравствуйте, ты чё? Ты чё, охренел? Ой, блин! Ой, блин! Андер, застрели его, пожалуйста. Я застрелил его. Да, спасибо. Поднимите меня, есть сердечко. Открывай, Артём. Плевающийся, ёлки-палки! Твою мать, сдохни! Еще одна, еще одна! Ё-моё, сколько там накапало дамага-то! Ну, отлично, я так и не подлечусь. Ребят, это... О, господи! Твою мать! Картман! Ребят, куда вы ушли? Я не могу уйти отсюда! Просто на Артёма там супер-сон. Чёрт, Жакей! Артём, беги на нас, попробуй. Я пытаюсь бежать! Меня порвали. Я пытаюсь сопротивляться, мать его, но он скотина, он скотина такой большой, вообще... Толстый, страшный, в порванной майке, это ужас. Все. Ладно, нормально. Уже лучше. Ну, как сказать. Ну, кстати, ребят, в этой части реально можно зажать на самом начале. Здесь очень большие пространства для спауна. Давай. О, меня жрет! Люди, давайте мы сейчас нормально сделаем. То есть, не зомби, люди. Так, а мы сейчас зомби как раз. Зомби, давайте нормально сейчас сделаем. А, вы все в скайпе. Я свою правую зомби, руку тренировал ради вас, люди. Так что готовьтесь. А, лол, так я один из людей в скайпе. Чё делать тебе? Блин, у нас это шпион, блин, сидит в скайпе вообще. Мы тут сидим, общаемся, он все слышит, блин. Зови других тогда, чё. Не в эту конфу, к себе, в отдельную. А мне так неинтересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здрасте. Да, ваш. Куримка.
покатал, покатал. Ай, я сваливаю, идите нафиг. Что меня убило? Ну почти. Ну что там резосты избивают просто как зомби будто убил. Надо. Нет, зомби убил зомби. Давай, я и зомби помогаю. Нет. Они уже больше прошли, чем мы. Билл с катаной сигаретки вообще так зачетно выглядит с стороны. О, господи, а вот если это катана еще и как из Borderlands у этого? Из Зиро? Меня во ВКонтакте сейчас пригласили в какой-то чат под названием Стафилококк. Я мне доверял. Кто свети? Мой однокурсник приглашает. Как-то это страшно. Вот это вырыв чарджера. Врыв в кухню. Билл с катаной. Их не успел. Я пошел, значит, засуетился в троих, а зомби ничего не сделали. Блин. Блин, я забудился с танком играя. О, ты мог. Мистер Дантер. Bring me a gun. Кстати, синхрон. Give me some bullets. Into my hand. Мне интересно, вот почему так боятся кислоты на полу? Потому что это больно. Так она ведь просто прожигает пол. Чё ты заговорил как Чит Баннет? Кто? Чит Баннет, есть такой чувак. Кто, я? О, блин! Ребят, тут танк ловить, пожалуйста. Спасибо. Похоже, они уже оставили. Нет! Нет! Бей, бей. Нет, вы все вы оставили своего. Не пускай ты завтра в дверь, не пускай ты завтра в дверь. Они что, вернулись обратно, что ли? А, они прошли. Они прошли, я думал, они обратно вернулись. Ну почти оставили. Еле-еле зашел. Оставили меня. И на бикаремицу пока. Я так боялся, что. Кто за танк? Кто за танкой засыхал? Артём. Артём? Да, я сейчас видел, как он. Я ты сейчас видел на стриме, дверь. Как он тупо в камень в двери печатал. Не, а стрим опанчик, завис. Урон плевальщицей. Так, ладно. Давайте действовать, да. Опять надо зомби. Ну, нормально, в принципе. Охотник. Как надоело уже за зомби бегать, это кошмар вообще. А по-моему, весело. Весело. Чё ж тут веселого, нас убивают. Ну, что мы убиваем. Ой. Меньше убиваем, но убиваем. Здрасте. Ох, какой я интересный персонаж в этот раз. Здравствуйте, господин. Артём, можно вопрос из автопа? Что? Можно вопрос по автопу, не по игре? Зеник 86, большое спасибо за подписку, большое спасибо, что смотришь, спасибо, что поддерживаешь наше сегодняшнее сумасшествие и безобразие. Черт, я взорвался. Ну, что за вопрос-то? Как вашего гитариста в сервисе Eclipse зовут? Евгений. И какая у Евгения гитара? Эксплорер, что ли, гипсоновский? Епифоновский эксплорер. А, окей. Это Евгений, который играл очень здорово Аймурлок. Да. Который ну, в принципе, я не люблю Blizzard Rock, так что... Ну вот, выжившие уже прошли 25% пути. И это очень нехорошо. Вот я, да. Я потерялась. Стой, стой. Ну не убегай. Не убегай от меня, стой. Ну подожди. Куда вы бежите все? Стой, стой. Вы ведьму напугали, молодцы. У меня выжившие бегут, а зомби за ними такие. Ты же тебя блин, я ведьму врезался. Надо убить ведьму. Чё-то там стафилококки какое-то активное обсуждение идет. Как там... Мне стафилококки про одну группу напомнила. Паракокотигидиомикозис, катана микроликозис, как она называется. Знаете что, я пришел к выводу, что все-таки надо будет на следующие два стрима брать только бесплатные игры. Да. Да, причем с неограниченным количеством людей на сервере. Ну да. То есть, в принципе, тот же Quake Life подходит спокойно. Minecraft не бесплатно. Ладно, копать.
Ну, я не знаю, и этот самый. Team Fortress 2. Эспо, как я в комментариях писал. Это здорово. Есть еще, конечно, вариант, но это такой бюджетный вариант, типа первый первого Half-Life дефматчевого. Ой, а я тут сижу, болтаю, я тут уже возродился. Я уже пошел, набивал на людей. Кто их хапал стеком только что? Я. Кто упал? Я не упал, я тактически передислоцировался. Да-да. Ребят, скажите, а зачем мы залезли в кран? Герои, блин. А чё мы так не додумались, а? Потому что мы тут не дошли. У вас айзомби просто тащит вас в команду вперед. Это было здорово! Ух, фига себе! Это чё было? Это чувака унёс тут. Просто эпик. Теперь я не знаю, как вернуться обратно. Тебе там по стенам забраться? А, точно. Чё так много зомби? Ну, как бы... Counter-Strike ZN... Чё такое ZN? Это Nexus Zombie. Да, зомби Nexon, по-моему. Ну, такое себе, по-моему. Не, ну у меня, в принципе, контры нет. Снайпер, ты заблудился? Короче, я думаю, что надо это, всё-таки бесплатные игры делать. Я думаю, надо будет, наверное, все-таки так подумать, наверное, делать пореже, потому что часто, скорее всего, не получится так вот каждую неделю выбирать какие-то игры и всех собирать разом. У вас бот играет. У меня игра вылетела. Черт побери, где ты стоишь? Я хочу тебя убить. Пригласите меня в игру. Да умри ты, господи. Секунду. Да стой ты! Стой! Да подожди ты! Фух. Представляете, бот меня только что прыгал по крышам и убил. Умный бот. Это был не бот, это был я. Нет, это был... как его? Ну я умер. Негр, который, как зовут? Тренер. Не, вы что, серьезно? Я только заспавнился за танк и тут такое. А, Counter-Strike зомби, это она бесплатная, оказывается? Да? Прикольно. Но говорят, что она хреновая, если честно. Ну, можно она будет потом глянуть. Да. В любом случае, это... Ну, посмотрим. Ну, да. Пришел, ударил, победил. Ребят, мы победили! Моя большая правая рука, это... жмет всем руки. Слушай, Артем, а вот надо тебе библиотеку сделать. Самый удачный момент из каждого стрима. Вот GTA это был самолет. Вот здесь это было это. Кто биту берет? Я возьму биту. Негр. Негр с битами, это всегда прикольно. А мы все есть ближе. Кто тут, мать его? Кто тут на меня? А, мать твою! Убью всех нахрен! Всех убью! Тупой! Тупая кухонная хреновина! Умри, мать твою! Извините. Да это, ладно. Это для лапты. Ты что делаешь? Подошел. Сунул ушу. Сейчас что, обалдел? У меня это так мило выглядит, просто две девочки бегают и дерутся. Просто вот... Кто там заржал? Если кто-то на мультитвиче сидит, вы должны были это оценить. Ребят, что, не будем... Слушайте, я сел на стол, короче, я царь. Я жду вход. Ждите их просто, открываем и их держим здесь. Всех убиваем, да. И идем. Только после этого. А время разве не идет? Героиня Артема в розовых чулках. Царь. Ёптили. Так, пригласите меня еще раз. Игру. О, Луис. Секунду. А, я тебя не увидел в сообщении. А, блин. Ребят, я тут дверь открыл, умираю, а вы тут чё? А, вы тут сидите. Я ж говорю, это царь. Как же руки тут? Уйди с прохода! Не хочу! Мне и там уютно. Идите сюда! Толстяк за поворотом. Наш паровоз вперед летит! Уходи с моего паровоза! Так и шо это вы заговорили по-одесски? Да шо ты знает? Можно стрельнем снайпера, а то он как-то это привлекает слишком много внимания противника. Я все, я ушел. Короче, я придумал. О, господи!
Сегодня очень упоротый стрим, это нормально. Сегодня он упоротый в хорошем смысле. Всегда бы они такие упоротые были. Да не надо их всегда упоротыми. Сегодня такая игра. Всегда сегодня... по не, таким именно, играм. Именно игры с пупичками, я имею в виду, чтобы упоротые были. Сегодня весело как-то. Да. Так, кажется, меня спалили. Кто опять, без... кто опять там харкнул? Чё, не знаю. На крышу. Я... Вот. Спалили. Вот это она харкнула, аж звон раздался. О, я придумал, давайте зомби имена давать. Там Громила там, дядя Вася, прибавщица, Федя. А зомби знает, что делает, он меня нашел, пока я попал. Я чуть не могу долго. Попасть в этого. А, блин. Тендербой. Блин. Ништяк. Я не понял, что он внутри. Два пистолета. Нет, он, да, Бантер уже все. Он был снаружи, на трубе вообще-то. Где там плевальщица это? А не, он внутри. Да, меня уже убили. Мистер Дантер, встать. Так, ребят, куда идти? Я попасть не могу по лежать. Ладно, я подозреваю, что за мной, давайте. Прикройте меня. Найдите какую-нибудь комнату закрытую. Ой, я девочка. Так прикольно. Только сейчас заметь. Я тоже. Приложение Твича Андроида. Эй, кто на меня? Кто на меня? Где толстяк? Где толстяк? Какая он собака? Он на меня плюнул, так я этот, я просто ищу его. Это. Я в туалете спрятался. Я их боюсь, они да меня нашли. Македонский. Наша команда самая неорганизованная команда из всех, которая пыталась выжить. Знаешь, ну так это и весело, когда все дебилы. Знаешь, марихуана компани. Мама, марихуан. Ё-моё! Стрелите, пожалуйста. Уберите с меня кофе, Жаке! Вы умерли. Я надеялся, что ты меня уберешь охотника, ну ладно. А он уже сам умер. Мне вспомнилась реклама. Снимите меня оттуда. Отвали от меня, не жри меня. Ну чё, тут толпа пришла. На Артёма. Фу, быстро мы умерли. Мы все такие умерли, и Зоя такая, а, чёрт. Я придумал, когда тут, когда тебя убивают. Это грубее фраза сказала. Я придумал, когда тебя убивают, ты хочешь на него сматериться, но не хочешь говорить матные слова, можно сказать, он дюрекс. А почему дюрекс? Ну, потому что дюрекс. Это как гладиолус. Сразу, да? Сразу видно, кто знает, что такое дюрекс, а кто нет. Сразу понятно, кому сколько лет. Ну, нет, как бы знать, что это одно. Как бы знать, в данном случае наоборот надо. Знать, при чем здесь это второе. Вот, о том и речь, понимаешь? Я, понимаете, я, наверное, думаю, вы заметили, что я люблю всякую рандомную фигню нести. В чате аж жаба появилась от такого. Блин, что-то я сейчас не расслышал, грюк был. В чате жаба появилась от такого. Ого. Он у меня рогач умеет. Ехал так, что аж смог. Окей. Так, ко мне бегут два контакса. Как же плевать. А если активность? А что все уже? Все умерли? Плевальщица, оказывается, не такая бесшумная, как я думал. Ну и зомби их тащит. Блин, так это рекорд. А, блин. А когда тут кого-то лечит, надо говорить, спазмолгонушка ты мой. Кстати, я кого-то обблевал, да? Нет, получилось. Что да? Я сейчас. Я хочу на кого-нибудь проехаться, но тест-драйв на халяву никто не дает. Блин. Я тоже иду. Ну да. Тест-драйв на халяву вообще такая сейчас штука. Это очень редкая фигня. Черт. Угу. Резаста. Я успел плюнуть, и меня убили. Ты так молитвенно. Резаста. Ну почти. Я тут посижу. Сейчас после этого, я думаю, еще две партии сыгранем. Я думаю, харе. Две партии, в смысле, еще доиграем эту ну, компанию. Ну, еще два раза помрем и... А, ну в этой компании еще по две карты, да. Как раз после этой. Чем последний просто лютый, я не знаю, как мне защищаться. Чтобы от живых игроков, от зомби-то просто. Ну, вообще, можно эту компанию пройти до конца, там сколько осталось. Ну да, компанию-то пройдем и, в принципе,
Ну, кстати, еще можно в Hearthstone, в принципе, потом с подписчиками там поиграться. Не сегодня, я имею в виду из бесплатных игр. А. Hearthstone, ну, он халявный, просто там потом добавлять людей. Да фига там будем. Работа, я бы сказал. А тут все собрались и фанятся сразу. Hearthstone очень сложно играть, потому что там надо очень большую задержку устанавливать. Если ее не установить, то карты все видно. Ну да. Куда нам все-таки надо идти, я не понял. Нам никуда, им надо на выход. Так я блин. Хорошая подсказка. Куда идти, на выход? Я немного не с вами. Черт! Я не понял, что я сейчас сделал, но я что-то сделал. В чате, по-моему, лягушка всех законсистировала. И никто не общается. Видно, жаба. Наверное, сюда куда-нибудь. Да, сюда. Всего лишь 25. Вышли. Ну, нормально. Потому что, на самом деле, мы просто не знали, куда идти. Мы просто застряли в одном месте и сидели. А и зомби вас проведет. Я почти уверен. Не, он сам стоял. Он ждал всех. Он ждал, видимо, пока я найду, куда идти. Так. Нет, вроде. Ну вот, меня расстреляли в упор. А меня издалека. Ой, да, Эдра. Опять плевальщица? Куда сейчас? Опять опечатался. Я смотрю, а зомби вообще всех раскладывает. Раскладывает, он знает. Блин, я даже в Dota 2 играю лучше, чем в эту игру. Да ладно Dota тебе. Весь скромничайся таки. Не, ну я в Dota 2 даже умудрился один раз выиграть. Я затащил мид один раз. За кого играешь? За начального такого, это, короче, за стрелка. Снайпер. Ну да. Я его гномом называю, не знаю. Просто потому что он похож на него. Да. Он вроде и есть. Собственно, это единственный персонаж, которым я умею играть, потому что я играл два раза в своей жизни в эту игру. Один раз. Нинда, ну нафиг. Что весело. И 10 игроков гулять. Подождите, а что, новая карта, что ли, или что это? Это просто они дальше прошли вроде. А-а-а, блин, какая фигня плохая, а? Ничего не знаю, да? Не знаю, куда идти. Уже больше половины пути прошли, это Дюрекс. Быстро меня сносит вообще, прям сносит меня, прям вух, сносит. Вообще вух, ладно. Короче, следующая игра точно будет Quake Live. Надо будет показывать, как играть в такие игры. Зачем? Буду вспоминать молодость. Я когда-то даже в чемпионате хотел принять участие. Я все детство в Quake играл. Я когда в школе учился... Я играл в чемпионаты, но так себе. Я когда в школе учился, в 9 классе началась предпрофильная подготовка. И, собственно, я записался там, ну, полный дебилизм, как оператор ПК. Ну и, значит, первые... Где-то полчаса от полуторачасового занятия тупо сидели, выполняли задания, типа там, отмасштабируйте текст в Word. То есть такие страшные вещи, которые делались буквально за 10 минут. И потом все сидели во второй Quake играли. Включая учителя. Второй Quake — это такая вещь. Я вижу сквозь человека. Во второй Quake я, кстати, вообще не играл. Второй Квейк клёвый. Было бы лучше, если бы ты видел мёртвых. О, господи! Умирай! Умирай! Нет! Мне там музыка запомнилась. Фу, тут я испугался просто из неоткуда. Луис, давай же, вставай! Я его тут бил, а не его вставай, вставай. Как с титанш убирается? По большему количеству очков или рандомно? Кто? Что? Как танк убирается? Рандомно. Так, всё, ясно. Вот. Это твои зомби просто шутки. Жизненький. Там что-то, что ли? Там не в то время. Там танк? Да. Кофе же окей. Да зачем ты меня лечишь? Вон в убежище бегом. Во. Какой крик. Ой, блин. Филокок. Так, ребят, я тут застрял.
Я придумал, я буду вместо злых фраз говорить стафилокок. Спасибо, ты меня скинул. Вот стафилокок. Мы в компании говорим, он шляпа или вот петух. Вот стафилокок. Танк приближается. Вот стафилокок. Немецкий. Ну, там торжики. Да и они уже убежали. Догоним! Да какие! Пацаны, стойте! Стойте, пацаны! Пацаны, не бегите! Это было эпично! Пацаны, убежище, ну заходите вы! Где его? Кинь! Не убил. За стеклом спрятался там. Блин, держись! До спауна закрыли! Пошло мясо! Блин! Чё это за бред? Как ты вообще сюда зашёл? Дверь была открыта, когда я пришёл. Помогите! Да какая хрень! Так! Как ты сюда зашёл через дверь? Запоминаем 21.36. Хайлайт сегодня будет. Помогите! В смысле? Танк не заметил. Хайлайт сегодня будет. Да, два хайлайта. Два хайлайта, когда я еще сюда улетел. Ладно, в этот раз я пойду с гитарой. Я хочу с гитарой сегодня походить. О, тут гитара есть. Ближнее оружие. Так, я возьму дробовчанский. Да хватит, дайте мне взять это. Во, все. Слушайте, это, по-моему, блин, как он называется там? Я видел твои руки. Смерть в воздухе? Их больше нет. Давайте выходите, мы готовы вас принимать. Давайте посидим. Фу, блин. Да. Давайте посидим, поговорим. Здесь у меня гитара есть, мы можем спеть что-нибудь. Давай. Давай, мистер Сэндмен. Владимирский централ. Ветер северный. Но круг он так и не пел. Ну да что уж там. Че? Я знаю, как гитару брать. Я 10 лет металлист, я знаю, как гитары надо брать. Ты вот так берешь, вот так вот и делаешь. А, вообще ты вокалист. Какая разница? Это что означает, что я ни на чем другом не играю, что ли? Я вообще клавишник. Я знаю. Я клавишник, вокалист и композитор. Да еще барабанщик иногда. А, вы что, не нашли барабанщика? Нет. Я хочу, но я живу за 3000 километров. Еще слушайте, ребят, я не пойму, почему мы не открываем дверь? А зачем? Потому что мы стоим и ржем. Потому что у нас там есть опасно, гитара. Здесь можно посидеть. Выходите уже, выходите. Какой кнопкой ржать? X зажимаешь. X и вверх. Твою мать! Вот стоим, ну, мы не выходим. Называется. Так и стоим. Поэтому дверь не открывали. Сейчас меня блевотина слезет. Артему ачивку набьем сейчас. Блин, блевотина привлекает орду! Да-да-да. Все, пошли. Фу, о, господи! Что это сейчас? Мясо... Кто меня брызгал? Меня сейчас убьют, ребят! Да, это вовсе не смешно. Все, ребят, меня съели. Как так? Ничего себе. Только начали. Ой. Все, пока. Кто тут слил? Я не наберу хоть какие-то очки нашей команде. Да блин, убили. Ну фига там, ай зомби, 410 урона, откуда уже? Да он Артема съел с нуля. Ну ладно. Ник соответствует. Да. Сразу видно человека. Так, кто у нас с Жакея? Кто на Жакея играет? А, Rain Dead Kills, ясно. Дай друг, добегай до меня. Блин. А он там за трубой. Ух. Да, да. А там за трубой. Черт. Мужик с топорой. Пошел нафиг. Все, давай. Поднимай меня, я прикрываю. Ой, блин. А все начиналось так серьезно сегодня, в начале стрима. Прикройте меня, пожалуйста. А, ребят, прикройте. Я вижу, как тебе наблевали назад. Ну, отлично. Бросай его. Наблевали назад. Вы меня бросили? Зачем? Бежали. Слушайте, мне кажется, это не зомби. Они не едят людей, они пинаются. Это в гопнике. Это фана. Это просто куча гопников. У кого партель сейси диси? Это гопники. Я не помню, кто пел, поэтому спародировал Цоя. Тут... Спасибо. Мистер Дантер. Да, я не могу.
Сколько сегодня хайлайтов будет? Один. Я пока один запомнил, который мне... Дантер! Погоди, а тот... Подожди, а помнишь, когда я там был за Громилу и когда улетел с крыши? Да там секундный вообще был момент, и я увидел боком экрана, там не получится. Это непонятно будет. А вот извините, когда танк ворвался на базу... Да. Мужик, прибежавшим людям, и начал их там месить. Я даже биву положил. Там. Ну да, наверное, мне было немного смешнее, чем вам, потому что я же, понимаете, я еще лечу такой, через крышу, первая крыша, вторая, и земля, бух! И даже бить его не надо, он упал, уже мертвый. Смотрите, мы можем выиграть, мы не можем выиграть, потому не что на, вот мы максимум наберем 1000 очков. Нас отставание немножко больше. Блин, мне, несмотря на то, что у меня такая большая рука, у меня такие короткие пальцы. Ну, значит, это точно была штанга, не что-то другое. Это философский вопрос был. Так, что ж, опять. А чё мы все здесь? Не говори, что мы здесь. И не говори, здесь-то где. Мы находимся внизу! Спасибо. Да уж. Хотя не знаю, в кого стрелять. Поймал самого сильного из них. Не, ну главное, Рейнден Хиллс такой побегал, пострелял, ушел. Слышь, поймал. Как ты меня там увидел? Кто такой Зой? Артём, это бот. Виктор Зой? Да. Ё-моё. Зой жесткого повода. Ребята, куда они ушли? Чё это такое? А где? Там сидите все еще. Вопрос. Дальше по коридорам бегут. Как они обошли? Ну, пешочка. Я вот, кстати, не понял, они реально как обошли? Хорошо. Вот а так вот. Давайте. Поймал тут. Ну, прям на излете поймал. Фух, у меня такое ощущение, что просто все уже ушли со стрима. Потому никто что? И не пишет. Да, человек смотрит. Что там? Твич показывает. У команды живых Зои отплясывала сейчас в блевотине. Это так, для справки. Ладно. Так, ладненько. Так, знали, Виктор Зои. Блин. Чё ж вы сюда прыгнули, это так неудобно. Не в огонь неплохо прыгнули. Черт. Они очень быстро проходят, нам нужно что-то с этим делать. Нам надо их убивать, как бы. Это единственный выход. Начнем с того, что мы общаемся по скайпу слишком до хрена. Должны меньше, да? Они этим не занимаются. А, магистекс еще смотрит нас. Как бы здесь принцип «заткнись и стреляй» работает. Блин. Что? Я не понял, что произошло. Ну, я ворвался, меня убили, пока я бежал. Резаст крутой бегун. Блин! Закрыли дверь прямо перед носом! Блин! Блин, блинский! Масло это не то. Масло масляное. Да. А, или это все-таки то? Ну, блин, блинский это из универа. А, ну я не знаю, я как бы школьник. Там персонаж такой Кузя, он очень похож на моего моего однокурсника. Тебе ничего не поможет. Умирай! 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 Не реально просто. То же самое, я думаю, происходило. Тянем, потянем. Выкурим, затянем. Так, извините. Вы что-то это услышали? Извините, ребят. О, Султан Бек присоединился. Либо он уже был давно. Султан Бек это кто? Начал. Так, подписчик мой. Ой-ой-ой. А? Так, а кто ушел? Пишет, я помню, я за Зои играл, и меня изнасиловали. Сейчас примерно то же самое произошло. У нас есть еда и Зой. У нас есть Виктор Зой. Зачем я вышел из этого? Вот... И поможет, и споет, да? Команда выживших рисковала, открывая дверь. Виктор Зои и гитара. О, последняя это.
Че вообще несем уже? Все. Тебе что, не нравится? Тут сейчас последняя глава будет. Ребят, тут написано название, которое соответствует нам. Вот красным написано. Идиот. You are real moron. А не из-за интернет. Достоевский real moron. Real idiot. А, не нравится тебе? Ишь ты. А чем сюда руки сует? Возьмите этот пакет, кто-нибудь не взял до этого. Я взял уже пакет. Хочу второй пистолет, как это сделать, я не знаю. Вот опять я слышу голос Читбана. Взять и подобрать. Ну, как бы у меня дигл, поэтому вторую руку не берется. А, ну да. А это на все чит? Да? Есть чит накопателя. Так, давайте, идите вперед. Я шнайпер. Блин. Ну, я как бы законно снайпер, у тебя нет, это прав. А я по праву. На тебя что, плюнули, что ли, я не пойму? Плевал я там. Сказал, толстяк плюнул. Ребят, идем осторожненько, спокойненько так вот идем. Аккуратненько, культурненько, четенько так прям идем. Вот жалко, что я не записывал. Ребят, это меня убьют. Ну какого хрена, ну что происходит, ну блин, ну тут что такое? Такой кадр прятался, а? Ребят, идем. Идем. Бежим, бежим. Дедкиллер, тебе привет. А кстати, давно ли тут? Ну это. Мы уже потихоньку завершаем стрим, как это всегда с 7 вечера по Москве. Так что уже час 40, час 50, в общем, где-то. Да, и сейчас мы ходим кругами. А, уже не ходим. Да просто побежали вперед, господи, за мной. Несколько поведу вас. Кругов побежали. Я же говорил рано. Ой, ядрёна мать. Не обращай внимания, беги. Мы прошли 25 пручентов. Пручентов? Я прошел. Да это из спектакля, там такой говорок был. О, толстяк у нас молодец. Поехали, машина, поехали. А, меня что-то делают, уже не делают. Я уже... Ой, япона-мать! Ой, япона-мать! Экран заблёванный, ничего не вижу. Гребаные карасики, что происходит? Экран. Команда киберов. Я вроде как живой. Артём, побежали, забей его. Артём, приезжай. Так, меня курит. Я больше не снайпер. Я снайпер, но я больше не снайпер. Тебя больше не курят, да? Да, меня больше не курят. Не только лишь курит. Кончился снайпер? Ой, мать, меня женщина. Я взял эмку, СМК и более эмка. Так, Лена, чё? Ох. Блин. Ёкерный попугай. А, курит. Дурачка взорвался. Ребят, я приманка, спасите меня. Ребята, я иду против своей воли с кем-то курить. Блин. О, господи. Спасите меня, меня забрызгали. Мистер Сэндмен. Умри, твою мать, что ты меня пинаешь, скотина? Умри. Мистер Сэндмен. А, ко мне идет большой мужик. Я боюсь большого дядю. Все, Артем тоже минус. Дантер молодец. Мистер Дантер. Win for us, please. Увы. Сейчас нам авторские права за песню выдадут. Мистер Дантер это кавер, так что не выдадут. Выдадут. И кто сказал, что кавер можно это на халяву исполнять? Что это похоже? Мой кавер рискует авторские права. Мой ковер, я ничего не знаю. Мой ковер, моя передача, мой 100-500. Да. Мой Максим. Отбиваться. Ой-ой-ой. Мы в финале не доживем, наверное, до запуска самолета. Я скучаю по Металлик. Ну, я не виноват, что некто, я не буду сейчас в прямом эфире называть никнейм этого, точнее не никнейм, а даже имя, фамилию этого человека. Можно я? Не надо. Это... Это который М или который Э? Который Э. Окей. Разве Э? Как бы у М просто больше компетенции на это, потому что у него есть... Сейчас, короче, эпик будет. Подожди, в смысле, какой еще М? М, который деп, который депутат. В смысле, они... Там вообще про него не было никаких выпусков. Сейчас давайте-ка... Не, ну как бы он... А ты не про Ю, как а бы, говоришь. Мне кажется, что М... Ю умер уже. Ю умер. Он умер? Он умер.
Молодец вообще, сорвал тура и умер. А, это... Не, вообще-то А умер. Ну, который, да, Ю. Кто такой сейчас, Ю тогда? Сейчас внимательно, некоторое дерьмо произойдет, если кто не в курсе. В любом случае, скажем так, Металлик был взломан, я так понял, что товарищем Э, потому что... Ну, к этому были предпосылки в личных сообщениях на Ютубе и так далее. Я в это как-то вначале не поверил, но... Япона, мать! Ну, что ладно, за... Я не думаю, что лично им, потому что он такой вот... Ну, может, заказал. Ну, знаешь, он знаком с Эм. Ну, да. И как бы все-таки некоторые угрозы мне слали с его стороны, так что... Потом в админском чате напишите, кто все эти люди. Я понимаю, кто такой Эй, понимаю, кто такой Ю, но не понимаю, кто такой Эм. Я это полагаю, который рыжебородый депутат. А, да ладно. Да. М это который... У него тоже по ГМ же допущено. А Э это который... Который любит разгонять пастафарианцев. Да. Да, это и который каннибалов выгородил из России. Не, ну это не из-за него. У него нет таких полномочий, скажем так. Ну нет, но он, по крайней мере, там афишировал. Он просто попользовался этим случаем. Там организаторы тоже по-свински поступили. Да, ты же рассказывал. Ребят, тут... А, точно, я забыл, вы же не со мной. Дайте нормального персонажа, пожалуйста. Я вообще удивился. Вот насчет групп, я вообще удивился. В наш город вообще-то никто не приезжает, хоть столица, в принципе. А тут сразу три группы за два месяца. Блин, я не могу никак это, возродиться. Меня все время все видят. Я так хотел сходить. Заныкаться прям далеко. Может, стрим остановить? Меня тогда не будут видеть. Во, наконец-то. Ау. У нас, кстати, говорю, приезжает... кто там? Камелот, Монспелл и еще какая-то там группа. Название какое-то у нее. Я хотел летом сходить, весной я хотел сходить на Луну, но что-то придумал. Как? Моя мечта увидеть Dream Evil в жизни. Моя мечта была увидеть блайндов. Говорим спасибо. Говорим спасибо, да. Спасибо. У меня просто пока мечта увидеть... Если бы они за полгода хотя бы сообщили об отмене концерта, то я хотя бы мог бы, может быть, денег набрать, чтобы съездить в Москву или в Питер. Я сам в шоке. Но за неделю так устраивать, а потом говорит, ну вы еще можете в Москву, в Питер скататься. Да, конечно, могу. Ребята, вы слушаете Black Veil Brides? Да, отчасти. Точнее, только НДН. Дедра, камнем кидайся. Ладно, надеюсь, на вайдеров хотя бы попаду. Ну, билеты бумажные. Главное, чтоб вайдеров не отменили. Я думал название группы выйдет. Ну, в принципе, они... Да это я так специально говорю. Ну, в принципе, они поляки, поэтому, ну, как бы все. Чё, Бегемот тоже были поляки. Вот, вот, ну, это, вот это и страшно. Да, вот про это я и говорю, да. Жанр у них схожий. Ой, у меня опять большая правая рука. Так вот. Умирай! Блин! Не умер! Кстати, если я сейчас спрошу у тебя, знаешь ли ты одну передачу на Ютубе, это будет рекламой, которая здесь запрещена, по сути? Да нет. Ну, наверное, нет. Если ты посоветуешь посмотреть и дашь ссылку, тогда да, реклама. Окей. Тогда ты знаешь такую передачу, как Metal Music Madness, которую ведет Миран? Чё-то знакомое. Возможно, мне скидывали ссылку. Ну, классная вещь на самом деле. Чувак русский или нет? Русский. Длинноволосый парень такой, у него волосы светлые, да? Тогда знаю. Не, не светлые, черные. Брюнет. Ну фиг его знает тогда. Ну он у меня в друзьях есть, кстати. Или если интересно, могу потом тоже ссылку скинуть. Ё-моё. Быстро это все. Ребят, посмотрите на наш нанесенный урон. Это просто шедевр. Да, я посмотрел уже. Я хоть недавно с нуля вырвался вот только что. Смокером. Вообще, по идее, если с Питером попасть, то можно нормально нанести. Интересно, а что не так с этими людьми? Почему они светятся зеленым? Они под радиацией? Потому что у них иммунитет. Нифига себе, я не там. Вообще нормально, главное, иммунитетом сделали.
Выросли. Отлично, я попал просто кирпичом. Что вообще ни в кого. Ну хоть немножко я повалил. Я сделал все, что мог. Минус танк. Я хоть дэмэджа нанес. Все обмазываются. И кое-что делают, да? Самолет запустился, надо их ловить прям в самолет. Сейчас кто-нибудь заспавнится танком, прям в самолет заходи. Они не подозревают об этом. Ты думаешь, что они реально не подозревают об этом? Почти уверен. Я написал, что вы посылаете банк. Я забежал же. Я забежал с ними вместе. Короче, я да, я тоже. Но я чарджер, но мне хп мало оказалось. Книга «Исчезающий город» и Шерка существует? Нет. Это выдуманная книга. Но чем-то, честно говоря, описание мне напомнило книгу «Безнадега» Стивена Кинга. Есть нечто схожее. Я уже видел это в «Симпсоне». Что, все, мы закончили? Ой, я думаю, что нет, да. Ой, блин. Ну, что я могу сказать, пофанились, конечно, весело. Веселый был забег. Именно потому, что, ну, сегодняшний стрим так, в принципе, и задумывался. Вот. Ну что, народ, в принципе, я надеюсь, что кто-то еще остался, кто-то еще смотрел. В общем, если вам понравилось, то не забывайте подписываться на Twitch канал, на YouTube канал, вступать в группу ВКонтакте. И, собственно, ну да, все. Вот. Впереди два выходных. С понедельника снова все так же действуем, работаем, веселимся. Вот. Я птичкой бью. Вот. Всем всего хорошего. Пока. Всем пока. Всем пока. Да, давайте. Да, пока.